добрый день. Это третий наш отель, отель Nubian Village, Шарм-эль-Шейх. Расстояние от аэропорта Шарм-эль-Шейха до отеля Nubian Village 8 километров, 16 минут езды. Рядом с отелем расположены отели Radisson Blue, The Cleopatra Luxury Resort. Территория отеля вытянутая, большая, есть несколько бассейнов. Рейтинг на сайте Top Hotel 4.56. У нас лобби, сразу фонтан посередине, купол сверху находится очень красивый. Сейчас вам покажу его. Ага, вот так вот оно. Здесь сразу на ресепшн находится бар. Ресепшн большой, красивый, все аккуратно. Все в кафеле, стоит очень много кресел, диванов. Ресепшн. Это представитель отеля Анна. Если надо будет, я дам конкретно мой номер телефона. Номер 1122, стандарт. Это ванная комната. Здесь мы видим ванну, душ, одна раковина, один туалет, беды нету, фен и весы есть в том числе. Вот они. Сейчас вам покажу. Здесь у нас, видите, есть такая вещь, как окно. То есть, когда принимаете душ, можно видеть, что происходит в комнате. И наоборот. В номере есть чайный уголок. Вот он, конечно же, сейф, холодильник. Комната идет вся такая же, только стандарт рум идет 30 метров квадратных. То есть он в половину просто... Это балкон, первый этаж, с выходом сразу на бассейн, на аквапарк. Извините, я ошибся, это Superior, но номер мы сейчас с вами смотрим. Стандарт меньше, он 30 квадратов, Superior 60, если не ошибаюсь. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Так, это у нас делюкс номер, одна большая кровать. Здесь максимум размещения может быть 3 плюс 2 под запрос. Вот одна кровать. Они ставят сюда полуторные кровати. Есть напротив вот там диван, плазменный телевизор, кафель, центральный кондиционер с выходом на море. Номер большой, красивый, все чисто, аккуратно. Вот он бассейн. У них два бассейна с подогревом, есть аквапарк. В аквапарке три водные горки взрослые и три детские. Территория большая, есть детская анимация, международная команда у них анимационная. Это бассейн неподогреваемый. Вот они, смотрите, три водные горки. И рядышком три. Здесь большая красивая территория, зеленая. Есть что посмотреть. Территория большая. Прямо здесь растут гуавы. Можно покушать, когда они созреют. Территория обалденная, красивая, зеленая. Здесь также растут такие вот растения. Это одни из составляющих для текилы. Вот здесь Kids Club. Сейчас ходим посмотрим. Там есть плазма, там есть PlayStation. Здесь работает аниматор, русская девочка, которая... Здравствуйте. Видите, есть телевизор, есть стульчики, покрытие специальное. Они рисуют, здесь играют. Две комнаты, свой санузел. Можно попить воды. Это еще один бассейн, третий. У них возле каждого бассейна есть свой бар. Здесь также находятся два ресторана а-ля-карт. Это рыбный и итальянский. Вот он ресторан, это рыбный, и здесь же итальянский. Итальянский раз в неделю бесплатно, рыбный платно. Вот он пляж. Видите, у них есть две лагуны, в которых по пояс, и даже при отливах там можно купаться. Также есть свой пирс деревянный, он 150 метров. Много шезлонгов, хорошая, красивая, большая территория. Еще вот видите, детская зона, прямо на берегу пальмы. У них проходит с 10 до 13, потом с 15 до 17, и с 19 до 23. Дискотека у них есть, но она платная. Смотрите, какая детская зона красивая. Здесь травка. Всякие качели. Детям будет очень интересно.
Вот она, волейбольная площадка. Вот видите, вот там вот одна лагуна, парень входит ему по колено. Ну и там по пояс. Сейчас отлив, в принципе. Вот, смотрите, это пирс. Это их пирс. Ну вот он, 200 метров. Там есть канат. И можно привязаться и поплавать, чтобы, если кто-то боится. Также там сразу обрыв идет коралловый, и там где-то 25-30 метров глубины. Поэтому коралловый риф здесь есть, рыбок можно будет посмотреть. В бассейне прямо бар вмонтирован, можно подплыть и заказать напитки. У них есть еще второй мини-клуб, это итальянский, здесь дети итальянские. Поэтому есть русские и есть иностранные. 22 бунгало. Бунгало у нас, видите, это одна комната, здесь две кровати составлены, халаты. Халаты у них только для VIP-клиентов или по запросу, поэтому если вам нужен халат, подойдите на ресепшн и попросите его. Чайный уголок, телевизор. Идем дальше, что у них здесь. Здесь одна комната и мы попадаем в санузел. Здесь у нас душ обычный, не тропический, одна раковина. Все красиво, чисто и один туалет, беды здесь нет, ну и телефон. Друзья, это анекс корпус, он находится напротив аквапарка. Здесь стандартные номера. Все то же самое, как и во главном корпусе. А вот у нас аквапарк напротив. Это анекс был корпус. Это у нас еще аэро-хоккей или скейтборд здесь нарисован. Игровая зона прямо возле лобби. Вот мы видим бассейн неподогреваемый, детский бассейн небольшой и бар. Там дают мороженое, мороженое у них очень вкусное. Это у нас бар, здесь можно заказать напитки, здесь очень сильное питание, сейчас мы сходим в главный ресторан, посмотрим. Это главный ресторан, большой, красивый, все чисто, аккуратно. Сейчас уже у нас время между завтраком и обедом, поэтому, скорее всего, тут ничего нет, ну посмотрим. Прямо с ресепшена можно выйти на такую вот площадку возле и попить чай, кофе на травке. Очень уютно. Рядом же находится теннисный корт и вот он. И футбольное поле там же. Вон там они впереди, возле ресепшена. Они бесплатно. Вот оно, футбольное поле. Здесь у нас трава. Надо брать специальную обувь, чтобы поиграть. Поливают ее. И рядом находится теннисный корт. Там уже покрытие, грунтовое покрытие здесь идет. Вот, смотрите. Вот он, теннисный корт, здесь покрытие грунт. И рядом находится еще или амфитеатр какой-то, стоят стулья и там сцена. Вот он, амфитеатр, где проходит шоу-программа вечерняя. Вот он, главный ресторан, здесь можно выйти на улицу с него. И здесь готовят сразу на гриле, прямо на улице для вас. Я хочу подытожить по этому отелю. Значит, здесь есть детская анимация, есть итальянская анимация, есть русская анимация. Интернет у них бесплатно в лобби. Дискотека платна, трансфера нету. Три бара, пляж коралловый, есть две лагуны. Канат вдоль понтона у них есть. Можно погружаться без проблем, если кто-то боится. 292 номера, 174 стандартных, 104 бунгало и остальные номера еще. По детям у них есть бэби-кот бесплатно, коляска. Платно, детское меню, утюг бесплатно под запрос, кальян есть. Есть два ля-карт ресторана, рыбный итальянский, рыбный платный итальянский бесплатно раз в неделю. Питание очень хорошее, здесь очень много разных блюд они подают, то есть рыбы, мясо, как правило, по два вида идет. Типы номеров: Family, стандарт, Deluxe, стандарт, бунгало. Кровати полуторки они дополнительно ставят. Отель семейный, сейчас 60% заполняемость и где-то 60% из этих 60 это украинцы и белорусы, страны СНГ и уже все остальные страны Европы дальше. Друзья, это контакты Анны Гастролейшн, Файбер ее. По всем вопросам вы можете с ней связываться, задавать, она будет рада вам ответить.
спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.